Мы пришли с радостью вас поздравить с замечательным праздником. Мы солнечные люди, мы очень любим наш Харьков, Украину. И очень хотим, чтобы у нас была жизнь по законам доброты, справедливости и красоты. Поэтому девиз нашего театра... Дарить радость людям! Здесь свято вас вливаем! Счастья вам пожарим! Дзвяні троянди в букеті палають, дзвіночки пролили на світ голоси. Красуні ялинки гірляндами сяють, запрошують свято добра і краси. А в небо різдвяна молитва хай лине, і в ній наша віра, надія, любов. До того, хто з іменем Божого Сина до кожного серця сьогодні війшов. Добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Почему вы знаете не только на территории Украины, а еще и далеко за ее пределами. Я знаю, что вы занимаете хорошие места, я знаю, что вами гордится не только ваш руководитель, вами гордится не только ваши родители, вами гордится Харьковщина. Спасибо вам за тот энтузиазм, за ту энергию, с которой вы делаете свое любимое дело. Если нужна будет наша помощь, вы можете всегда на нас рассчитывать. В этом году наш театр побывал в Германии, в городе Нюрнберге, где мы ездим каждый год, и уже 6-й год подряд мы представляем Украину в центре Нюрнберга. Нюрнберг является центром Рождества в Европе, и мы представляем красивейший блок Украины. Нам очень понравилось. У нас была очень большая развлекательная программа. Нас возили на многие экскурсии, мы очень много узнали о городе. В наших спектаклях царит гармония. Каждый актер чувствует в своем сердце такое тепло, когда играет на сцене. И мы любим дарить радость людям, потому что это же наш девиз. Театр «Сорванцы» областного дворца детского и юношеского творчества некоторое время назад оказался, скажем так, под вопросом закрытия из-за отсутствия помещений для проведения репетиций. Были плохие условия, были плохие, скажем так, полы, отсутствовало тепло, электроснабжение, были перебои из-за аварийности того помещения, в котором они находились. Благодаря областной государственной администрации, в том числе, на сегодняшний день созданы комфортные условия для прохождения репетиционного процесса. Все это дает возможность создавать новые проекты, новые постановки, новые композиции для того, чтобы радовать не только харьковчан и жителей области, но, как вы и слышали, и иностранных наших друзей и партнеров.